тоже. Вы там были? Я там тоже была. Вот, когда свои куда-то выходят, конечно, это взятка, я надеюсь. И вы вышли, я думаю, что не так? Ну, все в порядке. Ну все, тогда, все, тогда я с вами посижу. Я бы хотела, люди, я бы очень хотела, чтобы вы... Вас красивые цветы. Ну вы держите, держите, держите. Не-не-не, подождите, стойте, ну... Вы же как... Вы, подождите, давайте так, садитесь сюда. Вы, наверное, как какую-то песню его готовили, да? Ну, ну говорите, какая вы хотите слушать. Такие... Да не вообще не вопрос. Какую песню вы больше всего любите? Ну это нравится. Свои люди сидят. Что, тут все свои? Да! Да! Хорошо, ну какая любимая песня? Аэропорт, сейчас вы тогда сидите до аэропорта с цветами. А вы сидите, даже не подходите, я сама подойду. Я потом все расскажу. Твои тюльпаны все выросли. Только я их не видела, и мне по ММС... Тихо, подождите. Это же, знаете, какая у меня жизнь легкая. Две вещи сейчас говорю, все, Паша, это действительно смешно. Во-первых, мне подарили тюльпаны. Ты мне подарила эти луковицы. Привет, да. Ну вот, мы их посадили осенью. Они в мае все взошли. И мне по ММС тетя Таня прислала, как они выглядят. Они уже отцвели. Это мне уже, знаете, мне какую песню реально надо будет петь. Просто, Костенька, возьми любой анализ. Ты сейчас сразу подхватишь. Отцвели уже давно хризантемы в саду, а любовь все живет в моем сердце больно. Спасибо вам большое. Спасибо. А нет, я на самом деле поправлю систему. И еще сегодня я сделала для себя абсолютно точное наблюдение. Я сейчас постараюсь это сказать с юмором. Мне юмор чуть-чуть хотя бы присущ, чуть-чуть. Вот, потому что если без юмора люди, женщины, будет совсем не смешно. Я сегодня утром выхожу в гостиницу, а там в клетке канарейка поет. И он заливается. Но я глупо не знала на 35-м году жизни, что поет не она, а кеннер. Правильно. А я говорю, а что вы? Правильно. Я как всегда довольный человек. Я говорю, а что он у вас там один в клетке сидит? Посадите туда канарейку. На что меня протеток посмотрел и говорит, ну что, вы не понимаете, что ли, что если туда посадить канарейку, то он перестанет петь. И знаете, какой я вывод сделала? Я поняла, почему я столько пою. Потому что два года, в принципе, дома практически не появлялись, кеннера я не вижу. Это не трагедия, это за то, как пою, вы понимаете, видите? А как только кеннер появится, я заглохну. Ну, видите, помада еще ладно. Это ничего страшного. Ой, как совместить кеннера и вокал, я не знаю. Ну ладно, я сейчас хочу, дорогие люди, я уже правильно говорю, получить тульчане, да? Тулики. Вы не меня обижаете, потому что я не знаю. Знаете, как витебские я говорила? А на самом деле витебляне. Но это так и есть. И если вы скажете витебляне, но не так, как вот надо, он тоже может обидеться. Поэтому тулики. Думаю. Это самовар, кстати, это не реквизит, это мне подарили сегодня уже. Я сразу я все свое тащу на сцену. Вот мне тапочки привезли, подарили, тоже напялила сразу. Ну вот. Спасибо. Девочка, ты чего-то испугалась? Не бойся меня, честное слово. Я дурная. Но не опасная. Моя куколка. Хочешь, я тебе конфетки Рафаэлки дам? Целую пачку. Сейчас принесу. Сейчас. Только ты к нам не уходи. А ты знаешь, что, какую тебе песню спеть? Любую. Какая твоя любимая песня? Ну скажи, только не курю, только не курю. Куполинка. Ты моя королева. Где мама с папой? Покажите руки, поднимите. Умницы. Молодец. И папа, и мама. Это девочка ваша? Прекрасно. Сейчас, как тебя зовут, моя девочка? Машенька, иди ко мне, хорошо. Вот смотри, здесь тут тебе будет вообще замечательно. Чудесно, смотри, тут цветочки. Хочу спасибо сказать, там я вас помню. То есть я в том смысле, что вы подарили цветы Герасимову. Вы правильно сделали. Вы уделяете внимание и благосклонность моим, ну как, это не мои музыканты. Ну поверьте, да, наши. Мало, отлично, это наши музыканты. Лучшие музыканты Российской Федерации. Я вообще, да-да-да. Ты-то что ты, блин, 4 конфеты? Ты все идёт. Что, нету больше? Содрывает, ты съел. Ты все время идешь с Рафаэлом. Пошел, садись сюда.
так вот, ешь конфеты. Сейчас ты будешь так первым ряду этого вообще зала. Тетя Аня берет сейчас микрофон. Спасибо большое за цветы. Это правда, я очень это ценю. Потому что я с ними живу 2 года безвылазно, домой не приезжаю. Они мне все уже... У нас уже дом 2. Но не, на самом деле, вы не представляете, как что это такое. Это вообще... Ну, они мне родные все. Делайте так, как вам удобно. Куда вы хочешь. Ты хоть бери вот тот стул Арсеньева. Машенька, ешь на здоровье, чтобы ты была здоровенькая, достать отжила. Все. Сейчас тетя Аня тебе споет куполинку. Слава тебе, Господи, спасибо за то, что ты не курю, не принцесса, не курю. Я все равно их спою. Ну хоть не по детской просьбе, понимаете? Все, тетя Аня, ой, куполинку. Я пошла еще конфеты на. Здрасте, Тула. А, ты. А вдруг она не из Тулы? А ты из Тулы? А ты из какого города? Я из дома приехала. Местный или приезжий? Московский? А? Ну ладно, хорошо. Хотя сказать, мы тучане. Смотри, на самом деле, это страшную вещь я совершила. Я... Спасибо, смотрите, молодец. Я залезла в пакет тети Ани, потому что ни у тети Лены, ни у тети Алены, ни у тети Кальти все конфеты закончились, потому что мы их едим. А все оставшееся съел дядя Руслан Сулимовский и дядя Рома Садырбаев. Это они съели твою Рафаэлу. Поэтому я взяла у тети Ани шоколадку. Видишь, написано? Что тут написано? Вот и прекрасно. Это твоя шоколадка. Бери Рафаэлку и звать маму с папой. Или ты здесь хочешь посидеть? Она мне мусор отдает. Какой у вас ребенок воспитанный, мама? Просто прелесть. Маша, ты молодец. Ты красиво одета. Ты набираешь правильные вещи. Ты не мусоришь. Ты всю жизнь будешь только получать за это шоколад. Моя ты лапушка! А как такое? Это сейчас дядя Костя обидит. Спасибо тебе, моя девочка. Проходи к нам. Подожди, ну, не уходи, пожалуйста. А теперь смотрите, что дядя Костя сделает. Возьми любой тонамис. Он понятия не имеет, что сейчас. Я никогда в жизни не пела эту песню. И сейчас будет доминанта. Это супер, да? Иди трюмно, Алексей. Он готовился очень долго.
животе, я не понимаю его. Этот заяц, ваш благодарный зритель, армии поклонников, типичный представитель. Глаза у него не кучу, а уши на бекрень. Сидеть на вашем сайте он может целый день. Лена, вот скажите честно, какие у вас уже есть премии? Не очень просто помню. Шансон... Я вам больше могу сказать. Только я единственная певица, которая умудрилась. Знаете, с кем я сейчас соперничаю на Муз-ТВ? Правда, я честно скажу, не едьте на Муз-ТВ. Ну, то есть, если вы звали меня, нет. Потому что я... Я вообще не поеду на Муз-ТВ. Я просто, наверное... Значит, со мной соперничают сейчас, знаете кто? Нюша и Вера Брежнева. Я вам честно скажу, знаете, первая у меня какая была реакция? Во-первых, нет, они, ну, нормальные девчонки, ну, правда. Вера, кстати, хорошая песня, то есть, я вижу пароль, я знаю ориентир. Ну, хорошая песня-то, ну, действительно. Ладно, мы сейчас не будем их обсуждать, но я поняла одно, что они вместе, две, вот если двух соединить, они весят меньше, чем я одна. Но победить, я к чему, потому что я там, ну, стремительно иду вперед, но, в общем, не я, а благодаря поклонникам я иду стремительно, ну, по смс-ам. В общем, я, наверное, единственная певица, которая умудряет. Это по поводу форматов, в которых я пою. Журналисты очень долго спорят, в каком формате я пою. Они сами не понимают, но я тоже не понимаю. Но, по-моему, единственная певица, которая умудряется получить Муз-ТВ и шансон в одном флаконе. То есть они награждают меня как попсовую певицу, другие награждают как шансоновскую. В принципе, мне все равно, как меня награждают, ну, по-хорошему. Вообще, много статуэток. Главное, что у меня, ну как, для меня самое главное, что эти статуэтки, на самом деле, голоса, я просто знаю, что граммофон, он выбран голосованием людей. То есть люди голосовали, и поэтому, то есть там хотя, ну, там хотя бы честно. Леночка, это народная премия. Елена Вайнга, национальная гордость России. Люди, вы знаете, это не потому, что это сегодня здесь случилось, но вот попомните мои слова. У меня, конечно, много статуэток еще будет, я все это прекрасно понимаю. Просто когда-нибудь я туда-туда надо покажу эту статуэтку, вот, это будет большим юмором, которым вы мне помогли, поклонники, правда. Я буду показывать вот эту статуэточку.